Новая Зеландия. В этих роскошных диких лесах, наполненных влагой частых дождей и множество рек, создалась своеобразная экосистема, в которой стало возможным появление множества различных существ. Таких, например, как эта гигантская улитка. Улитка Павелефанта – это великан из мира улиток. Она может вырасти размером с мужской кулак. Улитка очень редкая. Увидеть ее – это настоящая удача. Но самое удивительное в ней – это не ее размеры, а ее необычные кулинарные предпочтения. Она очень любит червей и заглатывает их, как спагетти. Червям не везет также на острове Борнео. Там их поедает гигантская красная пиявка. Этот монстр настолько большой, что не просто высасывает кровь из своих жертв. Червей пиявка заглатывает целиком. Сначала она ощупывает червяка, выясняя, где у него начало и конец. Затем начинает всасывать его целиком. На этом канале будут выходить короткие ролики из жизни необычных животных. Подписывайся, если нравится такой контент. И включи плейлист со всеми роликами подряд, они очень интересны. Пока!